3 апреля 2024 год. Послушайте, россиянцы. Но обращаюсь просто с просьбой. Прекратите пытаться нас запугать там тактическим ядерным оружием, какими-то трехтонными там кабами, фабами. Ну, я не то, что пытаюсь обратиться к вашему здравому смыслу. За отсутствием такового это дело совершенно бессмысленно. Я просто хочу там, ну, какой-то сузить диапазон диспутов, тем для диспутов, понимаете? Ну, сколько уже можно? Ну, неужели это тяжело понять, что в 2014 году там по мне стреляли, там погибший у нас там был там со стрелкового вооружения, да, ДРГшники убили. Там, сейчас там по мне кап тут прилетел, давеча она в том месяце там контузила. Пацана там этими самыми FPV-шками, First Person View. Там, вы не можете понять, что солдат, в общем-то, все равно, чем его убьют. Атомной бомбой, блин, копьем или, блин, нафиг, там, я не знаю, пулей. Ну, в чем смысл? То есть, да, вы уже объявили, что мы сейчас придем, захватим там твою землю, блин, там, и при этом тебя убьем там копьем, пулей, ядерной бомбой, да чем угодно. Ну, какая мне разница, если я уже согласен как солдат, как сержант, на то, чтобы, блин, там, принести свою жизнь, возможно, в жертву, да, для того, чтобы пытаться защитить свою страну, то какая мне разница, от чего мне погибать? Ну, блин, ну, серьезно. Ну, это не имеет смысла. Оставьте это. Я как раз радуюсь, да, когда я вижу динамику. То есть, в 2014 году я защищал, там, когда ДРГ нападала на нас в 92-й бригаде в посадке. Ночью у нас были там автоматы и пистолеты. Не было, даже пулемета поначалу не было у подразделения. Потом у нас постепенно набирается там БТР, там БМПшки, да. Сейчас у нас уже, извините меня, там Брэдли, я сейчас тут вижу, там гепарды, леопарды, там спасибо немцам, спасибо французам за Сезары. То есть я вижу эту динамику, она меня радует. То есть, ну, мне есть чем защищаться, я вижу, как, блин, уничтожаются, блин, оккупанты, там трупами валяются у меня под ногами. Меня это радует, это придает мне оптимизм, понимаете? Но когда вы пытаетесь сказать, а мы тебя сейчас убьем, блин, не, блин, не из пистолета, а атомной бомбой, блин. Ты какая мне нахрен разница, народ? Ну, серьезно, ну, прекратите тратить на это время. Так, это раз. Второе, это то, что по поводу, там, девушка, там, ну, пишет из Москвы. Зачем Москву, там? Я говорю, для того, чтобы покончить с Московией, надо покончить с Москвой. Но она говорит, зачем? Тут нет никаких, там, логистических путей, здесь нет никаких заводов. Ну, мне, честно говоря, тяжело поверить в то, что... Ну, в 12-миллионном городе все сидят и занимаются тем, что там тыквенное латте пьют, да, и нет никаких там инфраструктур, никаких там никаких ничего. И, ну, считайте это там, да, как в том анекдоте. Люблю, когда народ тусуется, там, монголо-татары, захватите Москву, Москва, захватите монголо-татар. Ну, давайте посмотрим, что будет, когда наши беспилотники украинские прилетят не только на нефтеперерабатывающие предприятия, но и по Москве, там где-то по каким-то бензозаправкам, еще по чем-то. Ну, чтобы как-то потяжелее было ребятам сидеть и придумать, как эффективнее украинцев убивать. Посмотрим на это, да? Я думаю, что стоит попробовать. Сейчас вот там 1200 уже пролетел наш беспилотник до нефтеперерабатывающего предприятия. Я думаю, все еще будет. Все еще будет. Ну, в общем, основное это то, что, ну, перестаньте пугать ядерным оружием. Ну, какая нам нафиг разница, что вы нас... Мы защищаем свою страну. Убьете вы нас там, я не знаю, палкой-копалкой, камнями пращей там, ну, или ядерной бомбой. Нам, как солдатам, все равно. Мы все равно будем защищать свою страну. Understand?